Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. На данный момент замужем, есть сын. Но все на грани развода, и совсем недавно в трудную для меня минуту объявился бывший парень, которым я рассталась 5 лет назад. Он всячески поддерживает, хочет все вернуть. Но, к сожалению, я не знаю, как мне быть, стоит ли сохраняться мне с мужем или нет. Муж все 2 года обманывал меня, сыном не помогал, очень редко постоянно на работе, а тут случилась большая ссора, из-за которой я готова развестись. Но я не знаю, как лучше сделать и что меня ждет. А вы обращаетесь к кому? К психологу или к эзотерику за помощью здесь? Потому что для психолога, ну, я бы сказал, недостаточно материала, чтобы провести анализ. Одно могу сказать совершенно точно, это то, что, например, ваш, скажем так, переход к другому мужчине, вот, не решит проблему. Проблему конкретно вашу, которая является основанием для того, что вы построили такие отношения. Со своим мужем. Вот. И вот, с этой точки зрения нужно смотреть. Вот, поэтому, зависит от того, чего вы хотите, как вы относитесь к мужу, чем он вас обманывал, что за ссора произошла, из-за которой вы готовы развестись. Каков ваш вклад в эту ссору? Потому что у меня, например, сложилось такое впечатление, что вы, во всем обвиняете своего мужа. Это тоже не самое лучшее. Такая позиция, вот, потому что, оба человека несут так скажем, ответственность за то, что происходит в отношениях. Вот. Что касается парня, который объявился, с которым вы расстались, да, то там тоже есть нюансы, очевидно, потому что не просто так вот с ним, я думаю, расстались. Я думаю, что есть причины, по которым вы с ним расстались. И эти причины нужно исследовать, иначе могут возникнуть проблемы с ним, то есть те проблемы, из-за которых
из-за которых вы развелись, они никуда, они никуда не ушли, они никуда не делись. Это очень важно понимать. Очень важно понимать этот момент, что никуда не ушли. То, что он хочет вернуть, это хорошо, но проблемы в отношениях останутся. И самое главное, что останется проблема какой-то вашей поведенческой модели, вот, которая привела к тому, что с одним парнем вы расстались, с своим мужем теперь вы хотите, хотите развестись, да. Это похоже на сценарную модель поведения, вот, поэтому нужно корректировать именно вашу модель, поведенческую модель. Вот. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Удачи вам, всего самого доброго.